Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Косачев рассказал о причине разногласий между Москвой и Киевом. Причиной осложнений в отношениях между Россией и Украиной являются внешние факторы. Конфликт прекратится, если перестать поддерживать партию войны в Киеве. Информацию передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Следует упомянуть, что ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что примирение Украины и России соответствовало бы интересам всего мира. Косачев считает, что все сложности в отношениях государств инспирированы извне. Политик полагает, что преодоление разногласий будет возможно, если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.